трогай, что ли? Да? Нет, еще раз. Не трогай, все. Не трогай меня. Пойдем, просто пройдите, все. Просто пройдите, все. Дуля, уйди, а. Хочешь ударить? Да. Удали от меня, да? Просто пройди. Не хочу. Еще раз пройди, все. Не хочу. Убери ты руку, да, от меня. Меня бесишь уже. Ты тоже пишала мне? Честно скажи, мне пишала, да? Убери руку от меня. Дурак, что ли, да? Нет. Давай, покинь. Сразу в голову. Пройди. Садись, пожалуйста, от камеры. Пройди, пожалуйста. Скажи, пускай пройдет, иди, все уходит. Нет, а? Нет. Пожалуйста. Дурак, что ли, а? Руку убери свою. Руку убери, тебе говорю. Толкай. Сами не толкайте, я стою, вы проходите. Слышь, руку убери, я тебе говорю. Еще раз говорю. Вы что ли залить, а? Попробуй, перцем. Бери свою руку ты от меня. Попробуй, перцем. Не нападайте, пожалуйста. Это журналист. Нападение не было. А еще. Что? Не нападайте, пожалуйста. Охрана себя так ведет? Ну, она нападает на людей. А пойдем, девочки, мне нужен администратор магазина. Ну прошли аж маники. Но его никто не ронял? Никто не ронял его? Ронял. Нет. Да? Это, видимо, я со свистом, когда пролетел мимо него. Вот это? Кто администратор магазина? Администратор кто? Ну, а что такое? Что? Администратор, кто, я спрашиваю? Что такое? Бейджик, где? А как кто? Я должен определить, что ты администратор? Вы администратор. Ты? Вы, что случилось? Ты? Почему руки распускают сотрудники? Почему руки распускают сотрудники на посетителей магазина? Кто из сотрудников? Пойдем, покажу. И вот этот вот мусор поднимите, пожалуйста. Вот этот раз руки распускает на покупателя. Я этот раз. Я распускал? Да. Вот этот два. Руки распускает на посетителей и покупателей магазина. Что значит, руки нет, пожалуйста. Прямо. Не. Он имеет право распускать руки на посетителей? Ни в коем случае. Тогда объясни ему, что он не имеет права трогать их руками. На меня, пожалуйста, не кричите. Буду кричать, потому что у меня эмоции сейчас. Меня вот это тело сейчас задерживало. Подождите. Покажите, пожалуйста, я просто передам это его работодателю. Да мне сейчас кто здесь старший? Я. Вот ты сейчас отвечаешь за него. Отвечайте за своего. Вот и отвечай за этого сотрудника, поскольку он распускает руки на покупателя. А я говорю, да мне срать, что ты говоришь, понятно?
Что ты громко говоришь? Мне срать, что ты говоришь. Понятно? Что понятно? Отойди от меня. Что у вас произошло? Вот это тело распускает руки, задерживает покупателей. У него есть полномочия, у него в полномочиях прописано задерживать людей? А, ни в коем случае. Вообще. Объясните ему тогда, что он не имеет права задерживать, что вот это тело тоже старческое, не имеет права задерживать людей. Обязан? У вас в обязанностях сотрудников ваших, если они пропищали, они должны пройти опять через рамки. Покупатель это должен делать? Если согласен, то да. Что да? А если по закону? А если по закону? Нет, мы не можем людей задерживать. А почему? Объясни вот этим двум тилоидам. Объясни вот этим двум тилоидам. Если вас трое снимают, пусть кто-то один покажет, что произошло, пожалуйста. Я тебе сейчас покажу. Спасибо. Остается. А, он еще и рюкзак забрал. Рюкзак забрал. Рюкзак его руках. Грабеж, грабеж. Это грабеж. Чистой воды. Вместе с дедулей сейчас я прошу, чтобы они вместе с дедулей со своим извинились прямо на камеры. Алло, здравствуйте, Екатерина. Это покупатель вашего вашего магазина. Инцидент был в том, что у меня в рюкзаке находится оборудование. Мое личное оборудование. И, соответственно, ваши рамки пропищали. Ваши рамки, не мои рамки. По закону. Я понимаю. Я вышел из магазина. Ваш охранник меня стал удерживать. Задерживать меня стал. Причем физической силой удерживать меня. Взял мое имущество, рюкзак, держал его в руках. На что он не имеет права. Это как? Это политика компании ваша такая? Нет, у нас компании нету политики. Нету? А у меня складывается другое впечатление, что у вас политика компании такое. Кирилл, я понимаю, что вам как бы, да, починили психологически домой, да, ну, значит, прежде всего я... Конечно. Я сейчас просто... Катерина, извините, пожалуйста, я сейчас просто могу вызвать сотрудников скорой, да, и сотрудников полиции. У меня поднялось давление. Значит, смотрите... Я могу это зафиксировать, и понимаете, что у вас будет проблема? Все, идет. Иду? Что, все, да? Все? Ну что, он вернется и скажет, да, да. Они разминулись потом. Не будет. Гордый. Он гордый. Это международный? Пожалуйста. Ну, я надеюсь, что больше такого у тебя не будет. Потому что ты как охранник и плюс еще ты администратор. Ты не имеешь права трогать людей вообще руками. Если у тебя запищала рамка, ты можешь только попросить человека показать. Если человек отказался, говоришь, приятного вам отдыха. Все. На что ты имеешь право? Ты не имеешь права ни хватать людей, ни попросить обратно пройти через рамку. В твоих обязанностях это не прописано. Если ты их превышаешь, это для тебя уголовная статья.